Продавцы частного рынка на столичной улице Алба-Юлия в отчаянии. Несмотря на то, что он уже несколько месяцев закрыт, от арендной платы торговцы не освобождены. У одного из продавцов одежда, например, долг составляет порядка 16 тысяч леев. А у этой женщины вот уже 17 лет два бутика на рынке. За три месяца она задолжала 20 тысяч. Я понимаю, что там 10-20% заплатить за, ну, там, за свет, может быть, за охрану, но не 80%, что он просит. Он говорит, что нам сделать 20%. Что мне с этими 20% делать? Откуда такую сумму брать? Я не знаю, буду искать адвоката. Ну, пойду поднимать этот вопрос. Как мне потом как? Вот нас не пустят с 1 июня работать, мне как жить дальше? Директор рынка Николай Дагару отказался от комментариев, сославшись на занятость, но пообещал перезвонить позже. Замглавы муниципального управления торговли Валентина Константинова пояснила, что рынок частный, и местные власти не могут влиять на решение его администрации. Однако они постараются убедить снизить сборы за три месяца карантина.